Владимирская площадь. 13 лет, как идет этот спектакль. Это очень редкое явление в театре, когда так долго и так любимо всеми идет спектакль. Мне кажется, что этот спектакль любит и публика, и так много лет поразительно, но при этом его очень любят актеры. Главные исполнители, исполнители вторых ролей, те, кто занят был вот с первых дней в массовке, потому что он как бы сконцентрировал, собрал в себя всю нашу жизнь за вот эти новые наши 14 лет работы в театре. Кончилась одна эпоха, началась другая. Столько надежд было связано, и открылись, начались эти надежды на этом спектакле. Мы запели, мы по-другому зажили, по-другому задышали. Идут годы. Я помню всех, кто участвовал в этом спектакле. Я помню наших прекрасных взрослых актеров и актрис, которые кто-то сейчас продолжает участвовать в спектакле, кто-то ушел. Нина Михайловна Заразилову, Марину Борисовну Сафронову, Наташу Шемис, Лену Панжариди. Люди, которые прошли через этот спектакль, навсегда останутся с ним. Мы любили этот спектакль, мы с грустью будем с ним прощаться. Все когда-то заканчивается, и хорошее тоже. Но это целая жизнь, прекрасная, замечательная, в которой было много любви, много побед. Там была прекрасная Москва, наши московские гастроли в Малом театре с этим спектаклем, когда к четвертому-пятому спектаклю был полный зал и был такой успех невероятный. Я очень благодарна этому спектаклю и памяти его режиссера Пази. Спасибо.